Всем привет, меня зовут Руслан, и это новая рубрика «Инородное мнение», в которой я буду задавать прохожим всего один глупый вопрос. А что, если все имена — это аббревиатуры? Как тогда они расшифровываются по буквам? Вот это прямо сейчас и узнаем. Погнали! Карина. Карина, как расшифровывается твое имя по буквам? Красивая, амбициозная. Ты прям себя любишь. Резкая. Сейчас как втащишь резко, да, мне? Интеллигентная, настоящая. И в конце А остается. Амбициозной нельзя быть два раза. Да, я знаю. Ну, пускай тебя зовут Карин тогда. Да, хорошо, я не против. Матвей. Матвей? Леон. О, классное имя. Давай, вот Леон. Ассоциируется со львом. Ну, лев. Ёжик. Колючий и такой характер у меня. Бабочек. Иногда бываю мимом. Даже не знаю. Не знаю. Кстати, ты сказал, не знаешь. Нормально, буква Н считается. Так, Матвей, давай, тоже классное имя. Давай на М какой-то. Молодец. Все, на этом можно закончить, мне кажется. А я антилопа быстрый. Быстрый. Так, это твоя девушка так говорит? Нет. Толковый, мол, умный. Вьюга. Могу незаметно уйти. Еврей. Ну, йогурт я вкусный. Вот так говорит твоя девушка. И вас очень много, надо выбрать, у кого самое оригинальное имя, у кого самое крутое, как вы считаете? Я считаю, у меня есть. Сразу заглох, смотри. Можете помогать ему, пацаны? Ирод. Ирод. Любовь. Есть девчонка? Нет. Мягкий знак? Мягкий. И я в конце. Ну, я. Никита. Никита, давай, на Никита, кстати, у нас сегодня еще не было. Неплохой. Неплохой, нормально. Ну, идиот. Идиот. Друзья, правильно. Крутой. Крутой, крутой. Крутой. Еще раз И. Илья. Тупой. Ароматный. Ароматный. Пусть он с тобой рядом не ходит все время. Он тебя поднюхивает. Вот сейчас будет смешно. Как я забыл? Дима, ну добрый по-любому. Интересный. Чем ты интересен? У меня, короче, я видел призраков на самом деле. Они существуют, факт. Я приехал в ресторан, я администратором был. В окне видел человека в белом халате, но я первый, ключ у меня и у начальства, все. Когда начальником описывал этого человека, говорю, вот он в белом халате, в белом колпаке, нос такой горбинкой. Они достают фотографию, показывают, вот этот человек, я говорю, да, он. Они говорят, он умер год назад, прямо на работе, сердечный приступ. Я милый. 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 И на А. Амфетамина много ешь, потому что призрака видишь. Да. Виктор, мое имя вообще расшифровывается одним словом – победитель. Какая бы буква ни была, в каких бы направлениях он ни шел, он всегда остается победителем. Болевой. Болевой. Интеллигентный. Да. К. Ну, здесь, конечно, посложнее. Давайте попробуем. Как вот себя вот описали? К. Красивый. Скромный просто, сам присядь. Давай, подсказывай. Красивый. Да. Т. Т. Творческие. Тоже творческие. Да. Но если взять... Очень творческие. Да, очень. Ну, обаятельно. Обаятельно, обаятельно. Ну, только эта дама тоже должна была говорить. Ну, просто жду, когда она хоть слово скажет. Она не подскажет, в сторону отошла и все. А меня зовут Софья. Инга. Эмоциональная. Сразу оригинально начали. Нереальная. Г. Опасная буква. Грандиозная. О, а можно материться? Нужно. Охуенная. Сентиментальная. Неплохо. Это надо заплачет, потому что не можешь придумать. Обалденная. Надежная. Я бы не сказала. Мне надо сказать ненадежная. Ненадежная. И я в конце. Я лучше, чем Софья. Да, так и есть. Римма. Юрий, пара, да, вы вместе? Да. А пусть он меня описывает, а я его. Романтичная. Когда последний раз она устроила романтик? Что там, свечи там? Это церковь. А вот мы идем в церковь. Игривая, может? Может. Ну, я не лезу, конечно, в отношения ваши. Мы не принял игривое, смотри. Давай же. Пусть будет игривая. Я и милая, и мудрая. Милая, мудрая. Милая, мудрая. Ты присоединяешься? Актуальная, давай же. Чего тут актуальная вообще? Почему? А я не актуальная? Пара расстается. Ю, юмористичный. Сразу, мы будем подтягивать сразу за слова. Давай, как он шутит? Ой, все шутки-то забыла. Ну, он постоянно кидает всякие в это мемасы, мемы. Ну, мемы. Романтичный. Тоже романтичный. Думаешь? А? Надо что-то такое оригинальное. Активный. Да? Он активный, меня вот удивляет фразами всякими, мышление у него удивительное, соображает сразу. Последняя фраза, которую он тебя удивил. Молчал. Смотри, он не захотел общаться, ну, лицо не показывает, но мы же можем его тоже обсудить. Как его зовут? Алексей. Леша, давай, Л, какой на Л? Лыжа. Ёбнутый. Ну, сойдёт, да. Шляпа. Обсираешь. Да не, да какой. В конце на А выравнивай ситуацию. Алчный. Алчный. Арина, да, Арина? Вот я не знаю, что на А может. Р.
Какая НР? И? Давай на Н. На А давай. Все, завершай, пока хорошо идем. Все, классно описалось, прям. Александр. Давай его тоже быстро по нему пробежимся. Абстрактный. Абстрактный пусть будет. Не обижай. Такая реакция. Любимый. А, вы пара? Нет. Саша, мы пара. Полина. Помощник. Олимпийка. Ты в маске, нормально, тебя потом можно переозвучить. Да. Лучший канал на Ютубе Аки Гурьевск. Интересный контент. Наисмешнейший юмор. Аудитория просто топчик. Меня Артем зовут. Артем, ты как-то животный. Артист. Все. Артист. Работяга. Где работаешь? Я это регистрирую правонарушение. Я видеорегистратор. Ты тварь. Да, ну а что поделать? Все мы твари, как говорится. Я елки люблю. И вот печально, что елки болеют. Да, елки. Ты считаешь, что за елку? Это нет, я считаю за конус, короче. Это конус. Это на букву Ё что? Это Йоколомане, короче. Мужик я вроде. Классно, у тебя все хорошо. Везде, короче, эти намордники, короче, заставляют одевать. Это очень печальная ситуация. Я в мэрию заходил, вот видишь, здание мэрии. Я в мэрию зашел, а там, короче, меня заставили надевать намордник. Все подчиненные ходят в масках. Все начальники ходят без масок. Я спрашиваю, почему начальники без масок, у вас же масочный режим? Не начинай эту тему, не надо, не поднимай это. Но я думаю, что прикольнее было бы социальные опросы проводить. Как вы считаете, народ для государства или государство для народа? Ой, а мы боимся таких вопросов. Да не бойтесь вы. Путин слушайте, лучше. Мы, ну да, ладно, пусть так и будет, короче. Путин лучший. Путина на каждую букву. Да-да-да, подлец, короче. Все, не надо. Спасибо. Друзья, пишите в комментариях, как бы вы расшифровали свое имя по буквам. Автору самого веселого, оригинального, креативного комментария я закину косарь на карту. Результаты будут в моем инстаграме. Ну и в конце давайте расшифрую свое имя тоже. Ребята, уважаемые, ставьте лайки. А? Ну, пожалуйста.